В рамках проекта «Российское село» активисты Одинцовского местного отделения «Единой России» приняли участие в проведении театрализованного праздника «Осенины» в Успенском доме культуры. Артисты театра русского фольклора порадовали гостей своим мастерством, а также народными играми и забавами. В представлении было задействовано более 60 человек. Зрители отметили красочное оформление праздника и прекрасные костюмы.